Конец марта, время 10:30 ночи, и мы вот так работаем. Вот эта вот вся куча или гора велосипедов, это то, что надо делать. То есть даже видео снимать особо некогда. У всех втулки. То есть передние втулки, задние втулки, настройки тормозов, замена колодок у большинства. То есть вот это вот все, это вот буквально за 2 дня принесли в работу. Вот это уже все сегодня поехало. Вот. А вот это вот все, что уже готово, здесь уже можно более подробно. Новый велосипед. Очень мало смазки во втулках. Втулки подзакусывают. То есть добавляем смазку. Велосипед на новом Диоре. Но при этом Диор пластиковый, огромная сковорода. Человек ездит на паре звезд всего. Нерационально используется трансмиссия. Новый стелс в сборке. Старенький стерн. Здесь мы кареточку поменяли. Фэтбайк в очередной раз приехал. Замена задних тормозов на более приличные. Трек. Замена вообще всей трансмиссии. Вообще всего, что только можно. Прайс отдельное видео будет. Форвард тоже отдельно сняли. И вот здесь вот еще. У нас тут в темноте. Куча. Это тоже вот уже все готово за последние пару дней. Ну и там еще в мастерской. Там еще на улице. Там еще на втором этаже. Еще велосипедики стоят, то есть работаем. На данный момент вот эта вот очередь, то есть вот эти все велосипеды сделать, надо хотя бы дня 3-4 полностью перебрать. А завтра еще принесут. Так что объем работы очень большой. Приносите велосипеды лучше зимой или в конце осени, чтобы можно было их спокойно обслужить, не спеша.